Мне мой сын 4-летний рассказал историю, сказку. Значит, те, кто вот сейчас родители, они меня сейчас поймут. Это просто, я в шоке. Короче, сейчас объясню. У нас с сыном есть такая традиция. Значит, мы перед сном, я ему рассказываю сказку, потом он мне рассказывает сказку. Ну, из-за того, что он не знает, что это трудно, поэтому он рассказывает что-то. Ну, мы тренируемся на кубиках истории, там обычно я ему там что-то подсказываю, как ход сюжета. И вдруг он мне выдал сказку. У одного мальчика вырос хвост. Вот. Ну, он сначала был маленький, потом все больше и больше, потом он уже вырос такой, что невозможно было скрывать. А хвост как у динозавра. Хвост как у динозавра, и, естественно, родители это заметили. Они говорят, что это такое, у тебя хвост, посмотри. Он такой, его зажимал, значит, а потом, ну, зажимать уже некуда. Говорят, так, родители говорят, непорядок, пойдем в поликлинику. Ну, приходит в поликлинику с тем, чтобы отрезать хвост, значит. А там очередь, значит, они, все дети сидят, и вдруг из кабинета выходит девочка, и вся орёт. Мама, мне хвост отрезали, мама, что мне делать, мне хвост отрезали. Девочка ревет, мальчик пугается этого и убегает из поликлиники на площадку. Прибегает на площадку, залезает там на самую высокую горку, чтобы спрятаться. Вот, не удерживается и начинает падать. И тут в последний момент он зацепляется за какую-то лестницу и держится хвостом. Он понимает, что хвостом может держаться. Потом он, значит, понимает, что хвостом он может копать в песочнице. Потом он понимает, что на хвосте можно прыгать угодно. И он прибегает к маме с папой и говорит, мама, папа, смотрите, что я могу делать с помощью хвоста. И он показывает им, ну, разные фокусы. Они такие говорят, слушай, а классная штука это, хвост. Дай-ка мы не будем тебе его отрезать. Вот такая сказка.